Вот такая зима, короче, в Миннесоте. В феврале, 23 число, 19 год. Но сегодня снег падал с самого утра. Красиво. Зря я чуть-чуть попортил. Видите, сколько такие сугробы на деревьях лежат. Ну, это красиво, конечно. Чтоб такое видеть. Да, там деда. Дедушка чистит. Зендер, ты куда бросаешь лопату? Папа мой, я сюда поставила. Давай. Александр, ты старайся. Давай, красотка, давай. Падал снег. Так проходишь, как будто в таком лесу. Ну и красота. О, молодчина. Александр, давай, давай, давай. Малыш занимается зарядкой. Все? Папа. Ладно, так и быть. Что, красавчик? Давай, закидывай. Вот так работает. О, Зандер качается снегом. Зарядка снегом, да, Зан? Да по-любому, если не 200. Смотрите, сколько снега наверху дома. Волшебная зима. Не, если смотреть, ну, вот машина. Я